чате, который я вижу. Кстати, скидывай, не хочу, называется. Ты бы побежал. Ай, короче. Ресурсы есть. Ой, не-не-не, СТП. Благослови нас, о великий! Ну, блядь, клянусь, дебила кусок. Я все сделаю! Враг победил нас! Командный центр откопал! Погружайтесь во имя огня! Высшее благо победит! Да-да-да, высшее благо. Щекой победит. Что прикажете? Так. Смотрим на потери. Восполняем их. Идем добивать. Боли. Так, только надо сейчас, как обычно, перед въездом Алчущего призывать, чтобы он втанковал все, что можно. Ладно, поехали. Ай, блядь. Вот он. Походу мой план сейчас наебнется ледным ебаным, блядь, контазом. Не стой со мной шутить, червь. Да, выпью их души. Тут, конечно... Всем отрядам кризисов в атаку! Я здесь, чтобы вести вас. Что здесь не знаю? Я вижу такие проходы, блядь. Вот облитераторы мои бедные. Нам нужно прокричать. Чё ты хочешь? Кажется, тут надо это второй заход делать. С одной стороны, я зашел все-таки сюда, с другой стороны, у меня есть больше армии. Просто под ранки. Раз уж такая пьянка, у меня есть еще остались отряды. Мы как бы далеко уходить сюда не будем, просто перегруппируем эти войска и добавим еще новые. Пока я стоял слакал, мне ёбнули танк. Правда ли? Да сколько у вас этих хомехедов, блядь, стоит? Сука. Блядь, не вынес, блядь, еще есть. Что? Ну все, блядь, эфирный, где ты там, блядь, выходи. Ой, блядь, все, минус стал. Да. Ну, эльдары, вам пизда. Текайте с Кронуса. Да, зашибись, баг. Такое ощущение, будто разрабы не думали, что вообще кто-то дойдет до чертового, блин, лорда этого. Так. Ну что, ну как обычно. Экономика. Экономика. Вечная мука. Так. Ну в этом плане, передовая, она и хороша. Ты сразу ставишься на планетарное влияние. 4 генератора, казармы и оружие. И не тратишь, по сути, ничего ресурсов для постройки. Моя жизнь, вечная мука. Соответственно, тебе проще намного начинать, ну блин. Здесь взять передовую базу невозможно за хаос. Это, я просто не представляю, каким надо быть там. Какое чудо должно произойти, что ты прям тем, что тебе дают там вначале, можешь взять эту базу, черт возьми. Погружаюсь в варп. Ради Лулза можно, конечно, посмотреть. Типа, у меня сейчас одержимый не нужен изгнание, но... А. Серьезно. Он занимает
Три численности? Блядь, чего? Типа... А смысл от него, блядь? Если он, типа, занимает три численности, он реально такой, даже, блядь, хуже. Типа, он после стадии проще реально убивать. Потому что можно просто взять целый отряд, вызвать одержимых, которые будут в разы палить от нее. Ну, прям сюда. Теперь боги хаоса говорят я. Отвлекается. В смысле, а он сразу, что ли, где он принцип буду призывать теперь? Ебать, по моим кошмарам. Как жмыхнуло. Кошмаров не стало вдруг. Строит-то, а? Чёрт, тут тауэр-дефенсеры, блядь, лидары. Хаос повелевает нами. Я чувствую, как погружаюсь в ад. Это приятная боль. Блин, буду надеяться, что мне всё этого хватит даже. Заявлюсь на всякий пожарный. О! Круэт! Пофайтимся? Два на одного. Хаос даст ответы на все вопросы. Блять, он пизданул. Давай, демон, рад чего? Ну ладно, второй. Звездец пришел. Так, ну сейчас, вроде, по идее, самая жесть пойдет. Эти слизняки пытаются... Это последний пуш. Или нет? Что здесь еще интересно стоит? Никто не посмеет бросить мне вызов. Коршуны, блять. На коленях. 4-5. Ох. Сколько призм. 6. Таким набором, если выехать отсюда, там можно мои укрепления снести за пару секунд. К концу Второй Кронусской войны мерзкий стяг несущих слова развивался над всей планетой. Сама Земля не выдерживала мощи темной энергии, вызванной к жизни в этом мире. Штормы варпа сотрясали небо, а демоны были повсюду. Некогда процветающая колония превратилась в мерзостный мир демонов, гниющую язву на теле галактики. Черные соборы были возведены во всех городах, и люди либо присягали на верность хаосу неделимому, либо становились жертвами кровавых церемоний. Однако даже потеря целого мира и сотен миллионов душ бледнела по сравнению со следующим деянием Элифаса. Вскоре после окончательной победы на Кронусе его чернокнижники призвали легионы демонов и иных мерзких существ. А флот Хаоса тем временем прибыл на орбиту планеты через варп-пространство. Кронус стал плацдармом для нового похода, целью которого стал сегмент Ультима, открывающий дорогу к сердцу Империума, Святой Терре. Битва за Кронус ознаменовала открытие одной из самых страшных страниц в истории Империума. Ну, как-то так. Как-то так. Так, игра у меня что, решил вылететь? Или что?
Да, игра решила вылететь. Я смотрю, у меня опять камера зависла. Так. Ой, да, зависание. В общем, да, игра вылетела, но... Вспоминая, как она вылетела в Soulstorm, когда я вынес последнего противника, вроде Хаос как раз, имперцев. Начинается ролик и... все, игра вылетает. Ну, тут хотя бы дали посмотреть ролик. Вот, и того, сколько пришлось потратить на прохождение. Часов 10, блин, это жесть. На тяжелом уровне сложности, конечно, многие моменты абсурдны. Очень сложно проходить уже под конец кампании из-за того, что... Ну, точнее, атаковать чужие плацдармы тяжелее без передовой базы. Вот серьезно, сколько я сидел там, по 5-10 минут... Делай себе какую-то экономику, делай какие-то начальные отряды, чтобы начать хотя бы захватывать другие точки. Я мог их не тратить это время, имея передовую базу. Но, блин, с теми силами, которые там даются, ну это просто impossible сделать. Подписывайтесь, ребята, на канал, вступайте в группу ВКонтакте. И до скорых встреч, ребят, пока-пока и удачи вам.